Вот такой контейнер бы я бы с удовольствием, например, выкинула это. Потом у меня очень много пластиковых бутылок, да, тоже бы я... Мечта о раздельном сборе мусора у Резиды Поповой после боев Куран так и не сбылась, как и в 2017-м у нее во дворе Вахитовского района обычные тары для ТБО. Правда, полупустые. То ли мусоровозы сработали исправно, то ли жители подошли к встрече 2018-го более практично. Пока ничего нет, видать, все сами доели. Это уже двор по улице Гагарина Новосавинского района. Видно, что контейнеры ТБО здесь все-таки опустошали за время праздников, а вот пэт-бутылок накопилось столько, что здесь они явно уже не вмещаются. Они давно уже так полные. С какого числа примерно? Ой, я не помню, до того года. Домам по улице Гагарина одновременно повезло и не очень. Стоит контейнер для пластиковых отходов, но прошлогодний мусор смешался с отходами 2018-го. Числа второго, что ли? Нормально, чисто было все. Два дня тому назад полный был контейнер. 1 января вывоз мусора осуществлялся в дежурном режиме, а начиная с 2 числа уже в рабочем режиме пошел вывоз. И мы фиксируем объем вывозимых отходов. 31 был усиленный вывоз, там было практически в 2 раза больше мусора вывезено, чем в обычные дни. А вот как нам пояснили в самом чистом городе, 1 января в столицу выехала 10-я часть из всего автопарка компании. Оказалось, часть управляющих компаний сами отказались от 1-январских уборок. Кировский, авиастроительный, московский. От остальных с этой стороны управляющей компании, куда мы не ездили, приходили письма. То, что 1 числа будут большое количество незаездов из-за запаркованности. В рейтинге новогоднего мусора в лидерах бутылки из-под алкогольных напитков. Дальше в урне оказываются пищевые отходы, те же самые остатки оливье. И чаще всего выкидываются коробки из-под тортов. Но как ни крути, контейнер в анализе новогоднего мусора лучшие эксперты – дворники. Бутылок полно. Из-под шампанского, из-под водки, баллон из-под пива, из-под воды. Хотя в этом году у коммунальщиков все же новогодние каникулы удались. Первые дни праздника без снегопадов. Работа прибавилась только сейчас. Сколько домов, это не могу сказать, как получится. Сколько времени хватит, столько сделаем. Очередную мусорную лавину коммунальщики ожидают после старого Нового года. Только за первые 5 дней каникул вывезли больше 76 тысяч кубометров отходов, а это почти 2000 КАМАЗов. Альбина Минибаева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.